А что ты вообще забыл здесь, в Саммервилле? Честно, мама этого не говорит, но у нас ни гроша. Единственное, что у нас осталось, это жутковатый фермерский домик в захолустье, который завещал дед. О, боже, да тут еще хуже, чем я думал. Вот, нашла у себя в гостиной. Ого, идеальная копия. Копия чего? Ловушки. Последний раз призрака видели 30 лет назад. Это Нью-Йорк 80-х, как сюжет из «Живых мертвецов». Папа тебе не рассказывал? У меня только мама. Это дедушкин дом, он умер. Мама говорит, мы приехали сюда разобрать его хлам. Ничего себе. Ты кто? Назови это судьбой. Или везением. Но я верю, что у всего всегда есть причина. Ну давай, милая. Тут сиденье для стрелка. Охотники за привидениями. Наследники. О, боже мой! Ничего круче не видел.